А сегодня у нас интересная история. Вчера состоялось открытие 3-го Евразийского женского форума. Модератором экспертной сессии «Изучение ДНК как способ познать себя» выступила Мария Воронцова, которую считает дочерью президента. О родстве с Путиным прямо заявил и журналист Алексей Венедиктов. Главный редактор радио «Эхо Москвы» опубликовал в личном блоге снимок Марии Воронцовой. В кадре она предстала в элегантном костюме голубого цвета и серых туфлях. Образ блондинки дополнили изящные аксессуары, брошь, а также серьги с жемчугом. Мария Воронцова, старшая дочь президента, выступила в Петербурге на женском форуме, подписал снимок Алексей Венедиктов. Впрочем, сам Владимир Путин не любит распространяться о семье. Не раскрываются и подробности личной жизни его дочерей. Общественности остается лишь строить предположение, что наследницами президента являются Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. «Дочери живут обычной жизнью, рядовой, хочу это подчеркнуть. Я этому очень рад. Они у меня умные, воспитанные девушки, очень сдержанные, но с чувством собственного достоинства», говорил глава государства еще 10 лет назад. К слову, Мария и Екатерина действительно могут похвастаться блестящим образованием. Тихонова – кандидат физико-математических наук, занимается созданием научно-технического центра МГУ. А Воронцова – ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и член Президиума Российской ассоциации содействия науке. На форуме Мария выступила модератором экспертной сессии – «Изучение ДНК как способ познать себя. Наши гены не являются ни панацеей, ни вселенским злом. Генетика как мощный инструмент будет помогать более осознанно подойти к своему здоровью, а также здоровью своих будущих детей», — говорила она.